успел ее заснять. Все уже улетели. Ну, ладно. Завел одну козу, 2-3 курицы, огород, и уже спокойно. Уже не надо. Есть время, конечно, подумать. Как сказать, у меня Денис вот, из Старообрядцев, то он мне сказал, говорит, день прожил, и даже если не было времени на небо посмотреть, подумать о Боге-то, ну, что за да, жизнь такая. Не было времени, все в суете, какой-то в суете, и даже голову не поднял. А так как это, по притче-то Господа, да, он говорит, одни житницы сломаю, другие построю, более больше. Да. Ну, то есть, да, на это все время, на умножение идет суета так. Стадо, еще давай, еще. А как ты, чего, чтобы там машину стиральную купить? Я уже буду реже стираться. Чтобы купить это? Вот электрические это приборы, это удобство. Ну, не знаю. Кто-то говорит, да, ты, Юра, тоже там как уходишь, как эти все отшельники. Так это ничего не надо, мне лично много не надо. Вот это один, да. Ну да, раз семьи ничего нету, конечно, все проще. Гвоздь, топор, пила, там, ну да, ну вот шуруповерты, там, все это, куда же? Вот это называется первый мостик. То есть вот этот промыв. Вон еще старые столбы стоят, видимо, да, в Везняке. Я слышал, батюшка, видел, что ли? Да, да. Но каменистая. Да, вот Игнатий Тихонович сделал тут таблички. Ну, эти ты ролики видел, да, тут сколько у нас работы было сделано-то с этими, сколько машин возили вот этого, камней вот этих. Вот этот, вот этот плита, типа такая, это где и Павел, младший брат Игнатий Иванович сейчас заливал, вручную сам один, на лошадь подвозил, тут замешивал, и чтоб коровы переходили, чтоб не погрязи, тут же грязь, она тонет. Вот он такое вот делал. Ну, он говорил, мастеровой очень был. Трудолюбивый. Сейчас там на шлюз делают. Сейчас мы пойдем на это, на шлюз. Вон там где вот, вон солома куча лежит дальше, на бугру. Туда сейчас пойдем. Все, переходим. А, ты же это, не сапогах, да? Ну, у меня, да, 50-50. Ну, там-то они не... В принципе, не потребуется, да. Надо чистить просто. Ну так, слава богу. Здесь тоже такая же надпись. Ну, каменистая. Каменистая. Слава богу за все.